Сегодня 26 августа приехали. Вчера огромные КАМАЗы пришли груженные. И они продавили вниз наш камень. Почему? Потому что колесо опирается в одной точке практически. А трактор, то у него вся гусеница по ширине, по длине. Он их придавить-то придавил, а утопить никак. А это сразу камень пошел вниз. А который посередине камень, сейчас они выковыривают, об него может бампером удариться. Говорит, оставить, нет, убрать. Вот сейчас его ковыряют и убрать. Середину убирать, а по краям вот так как-то заложить и продавить. Володя, красным кирпичом посередине может закладывать его. Вот эти камни. Красным. Там не было возможности доделать. Здесь была яма, он ее завалил. А дальше ямы не было, в ее уровень навел. И давить дальше уже фактически нечем было. Кирпич кончился. Вот 6 человек. Чтоб камни не выступали. Здесь вода намного выше. У нас расчет был, вот где жердь занимает место, это яма. И тут будет углубление. А дальше сразу возвышение идет, трактор вомнет, и все, получилось не так. Взять было нечем, и он нас оставил вот с этим. Вина-то наша, не его. Вот. Никита, вот эти камни убрать с дороги, справа, везде убрать их, которые торчат, камни здесь убрать. Боязнь, что весной кирпичи вымоют, пока еще не подтверждается ничем. Так, ну подожди, не трогай тогда, он не идет, да? Нет. Ну тогда вот эти убери, вот эти. Куда-то там положи их, узнай, надо, нет им. Наоборот, уложи их так, чтобы можно было перепрыгнуть. Пешеходов. И вот здесь на подходе выложили, сейчас глиной замажем, вызовем трактор свой. Всего-то тот 18 тонн, а этот-то 7 примерно. Ну, все равно промять может. Заложили вот камни. Да, из камней бы, допустим, пешеходный переход. Игоря Барабаша вызывать надо уже. Нет? Сейчас. Кто будет кричать? Угромщик мы... Он может шину прорезать через острые камни. Никита, пускай-то, не надо выворачивать, я сказал. Он в стороне находится. Вот теперь надо все заложить так, чтобы вдавил он их. Красным кирпичом, Алеша, под ногами перед тобой, не надо уже ложить. Красным кирпичом заложите. Вот здесь? Да. Между этими, которые положили, а между ними их можно побить даже. Ну так ясно не пойдет. Надо, чтобы плавно переходило. Направо где-то положили, налево он туда их. Видите как? Грязные штаны, тут ничего не считается. Это Роман выщупывает. Мы ответственны за то, что здесь едут люди. Я вчера ложился спать, а сам подумал, не дай бог ночью кто-то поедет да застрянет. Вот это будет фокус.
Ну что, видно было? Красные, желтые тряпочки. Дно каменистое. Дно. А на выезде оказалось, камня-то и нету. И оно размокает, земля, каждый раз, все дальше и дальше. А вот теперь его разбивать будут. Лопатой здесь переруби камни, иди. Вот эти вот камни. Их забросать надо глиной, вот это вот, глиной. Вот это? Да, все сверху глиной. За... Вот, и он вот, ее вдавит. Глиной. Можно отсюда брать. Но только маленько порубить, по маленькими частями. Лопату сюда, тычковый, принесите. Совковые-то не потребовались совсем, а мы их несколько штук взяли. Так, молодой человек, идите-ка ко мне. Так, как тебя звать? Александр. А? Александр. Александр. У тебя новый глаз ничем, говорится, здесь еще не зацепился. Мы вот здесь вот... Пойдем со мной. Ты мне нужен, потому что... Ну, так обычно. Вот это вот наш Павел делал переход для коров когда-то. Наш Никита. Никита, подойди сюда. Спрятал здесь две лопаты. Их не оказалось. Может быть, он где-то забыл. Пройти маленько дальше, налево-направо. Но он, именно вот здесь вот он где-то. Пройти туда, у тебя что, ботинки? Никита, ты или помоги человеку разуть, или его глазом глянуть, не нашим. А ступайте. Может, разуть ему? А что, он найди сам... две лопаты. А разуться кому помочь? Ты скажи. Разуться? Вот, Александр, у него глаз, говорится, не связан ни с чем. Угу. Он просто посторонний человек. Хоть посторонний зашел туда, мог ли он взять? Иди, покажи ему, где было. И сам начинай утюжить весь вот этот край. Разуться там или как-то. Но надо найти две лопаты, это слишком дорого. Хорошие лопаты. Одна синяя. Что, Володя? Ну не знаю, там-то не стоит надо ковырять. Бери то и засыпай. И здесь долби. Здесь-то, может, не стоит ковырять, чтобы не промыло. Ну, там не надо, здесь вот где-то, в другом месте. Вот здесь вот. Ну вот это вот, тут высоко. Там не стоит, действительно. Ты наковыряй, а потом тут на лопатами начнем. Наковыряй побольше, чтобы было. Где-то рядом набросай, оттуда вторая перекидка будет. Допустим, пастуха нашел, и он сунул в другое место. То есть и то место вон там, и все пройти надо. Просмотреть. Где они были? После этого мы искать уже нигде не будем. Начинай ходить внимательно. Отжимай руками, разгребай, ногами наступай. Под этим камышом посмотри, нет ли. Камыш этот выбрось сюда, его наружу. Если можно. Тут уже все обыскали два раза. Я говорю, еще искать надо. Иногда пять раз ищешь, а на шестой найдешь. Там видно, что ты не топтался еще. Вон где, смотри, камыши целые, вообще не топтанные. Он мог их вытащить, в другое место перекинуть и все. До конца весь маш... туда и сюда. Пройти весь камыш. Посмотри в воде, не воткнул ли в воду где. Вон, на ней же осины. О, вот это да. Вчера исполнилось 80 лет. Ты еще бабка? С катушек съехала. С катушек, говорит, съехала. Такую даль-то пришла. Как ты теперь? Мне полегче стало, я обрадовалась и побежала. Ну, полегче скорее. Стало, стонать, если за тобой ухаживать должны тут. Да нет. Это вот лог наш. Помилости. Сейчас Игорь приедет. Господи. Ну, помолись, слушай, для нас это важнее всего. Слава тебе, Господи, помоги. Чем я могу быть полезной? Ты видишь, люди где? Ой-ой-ой. Потерянные лопаты поищут. Вчера здесь не вошел, уложили камнем. Тогда мы не могли это сделать. Да и опыта не было. Ой, что-то не в резиновых сапогах это. Я скинул, когда генерал заставляет эту группу сделать, и потом ты шарят сюда там. По камышам.
по одному кирпичику-то и я могу.